Греем магний с кремнием. Я не помню, даже не промешан толком. Не промешан, а? Просто магний по стенкам, а кремний, можно сказать, внутри. Их надо с двух сторон прям греть, то есть я сейчас буду. Но там, скорее всего, плавится магний, с расплавленным магнием реагирует кремний. Но там при этом какого-то явного выделения тепла не наблюдается, да, потому что, видишь, куски... Можно я постучу? И вот продукт нагревания магния с кремнием мы перемещаем в соляную кислоту. Вполне наблюдается горение стеллана, то есть магний с кремнием реагирует даже при сплавлении в пробирке.